Здорово, народ! Случайно нашел видосик на ютубе по поводу как заработать 1,5 миллиарда в почине. Но, блин, я не мог мимо пройти. В общем, фишка тут в чем? То, что покупаются вот эти вот ключики. Дальше на клочном кораблике летим в починь. Находим очаг обсерватории. Туда проходим. Вот, после того, как флот, мы в клоке, так, на минуточку, когда флот тут все дело зачистит, так, где тут? А, вот, сближение с целью, сближаемся с обсерваторией, и вот как раз меняем вот эти вот ключики на вот эти вот хреновинки. Фишка в чем? Там, короче, это выпадают ящики. Ящики можно вскрывать. Это примерно точно такие же ящики, как у NPC индусов. Вот, с которого выпадает всякая хрень. Но может иногда что-то вкусное выпасть. Из этих вроде как должна выпасть чертеж на зенитру. Так ли это или нет, я, честно говоря, проверять не стал. Но мне стало интересно. Ну, вот здесь не видно, да, вот 1,5 миллиарда, короче, типа в карго у него, стоимость вот этих вот ящичков. Окей, что я сделал? Решил повторить это все дело и посмотреть, собственно говоря. Итак, жители, покупаю, соответственно, эти у нас ключики. Ценник, в общем-то, ну, такой себе. Не понимаю, что на самом деле такой дорогой. Ну, в общем, ценник приличный у нас, эти ключики. Вот, дальше выбираю, на каком же, собственно говоря, корабле мне полететь. Решил полететь на обычном Хелиосе. Ну, нормальный скан корабль, не особо дорогой, Т2-шный, может, к Локу. Собственно говоря, чё бы и нет. Дальше, собственно, активируем ключик в почвень, летим в почвень. Сразу забегу немножечко вперед. В принципе, найти обсерваторию большого труда не составляет. Меня заняло это достаточно, ну, короткое время. Это обычно зеленка, поэтому сканить ничего абсолютно не нужно. Итак, буквально, наверное, парочку систем я пропрыгал, то есть, в общем-то, немного. И в следующей системе я нахожу как раз-таки обсерваторию. О, она зелененькая. Ну чё, вроде по пеленгатору там даже флот есть. Летим смотреть. В надежде то, что в принципе сейчас, наверное, пройду туда внутрь. И, в общем-то, закончусь. И, в принципе, как бы будет все нормально. Тут вроде никого, все хорошо, все замечательно. Все прекрасно. Оп, нет, стоять, кораблик. Думаю, что делать-то? Вроде улетел. Надо попробовать, может, на прорыв пройти. И получится все. Вроде на подскане ничего такого больше левого-то нету. Но окей. Как только я собрался, понимаешь ли, туда. И тут хоп, появляется народ. Ну, я надеюсь, может быть, на МВД-то проскочу. Но, в общем-то, что-то как-то не срослось совсем. В итоге меня тут быренько закиляли. Ну что ж, мораль тубаси такова, значит, когда там плот, рыпаться вот вообще не стоит. Надо найти обсерваторию, которая бы была бы свободная. Ну, раз такое дело, значит, делаем новый кораблик и пробуем по второму разу. Лететь пришлось, в общем-то, немного, опять парочку всего лишь систем пролетел. И достаточно быстренько снова нашел обсерваторию. Прилетаю на обсерваторию, топлю к елочке. Ну, елочке, эту, гайки, как хотите называйте. Неважно, не суть. Тут у нас непись начинает появляться, но вроде как у меня к ним отношения положительные, то, соответственно, вроде как меня трогать не должны. Все, дотопил. Но почему-то невозможно активировать.
Окей, принимаю решение оттопить и подождать, посмотреть, что как вообще будет. Все оказалось проще, нужно было дождаться, пока непись тут друг с другом повоюет. И ворота сами, собственно говоря, активируются. Ну а дальше дело техники, топим в ворота по-быренькому и проходим внутрь. Пройдя внутрь, в принципе, ни черта тут нету, ну, в смысле, неписи нету, ничего такого нету. Остается, а вот, собственно говоря, непись начала появляться, остается дождаться флот, вот, который прилетит, тут все развалит, пройдет эту обсерваторию, ну, а дальше вроде как чисто по гайду. В общем, ждем. Да, пришлось недолго, флот притопил, наверное, где-то минут через 20. То есть, в общем-то, немного заняло время ожидания. Ну, дальше флот тут делает свое дело. Не знаю, интересно это или нет, кому-то смотреть, как обсерваторию защищает. Но, собственно говоря, наверное, примерно то же самое, как Санша. Если вот так вот сравнивать. Прилетает непись, непись защищает. Ну, как бы такое. Итак, флот свалил. Пока никого нету, я быренько бегу, меняю ключики на вот эти вот контейнеры. Все, счастье есть, все замечательно. Надо теперь, короче, сваливать. Так, я благополучно, в общем-то, свалил. Дальше летим парковаться в житу. И здесь самое интересное начинается. А коробочки-то эти стоят даже дешевле, чем ключики. Не намного, но дешевле. Поэтому, ну, блин, такое. Вот реально такое себе выходит. Не знаю. В общем, не стоит. А может, тогда-то оно и стоило это, этих денег, когда был какой-то интерес. Сейчас явно это того не стоит. Смысла этим заниматься реально не вижу. Если только просто тупо пытаться скрывать контейнеры, чтобы, может быть, что-нибудь интересненькое оттуда выпало. Но, в общем, как-то так.